Красота и здоровье. Секрет красоты лица и глаз. Секретом красоты лица и глаз является такое растение, как алоэ. Еще в древности люди именовали алоэ растением бессмертия. Это и неудивительно, так как данному лекарственному растению свойственно как укреплять здоровье, так и продлевать молодость, а также жизнь. Наши предки использовали сок данного растения для придания глазам блеск и яркости. На сегодняшний день экстракт и выжимки данного растения можно встретить в составе многочисленных косметических средств, таких как пена, кремов и даже домашних масок. Так, к примеру, чтобы придать коже сияющий здоровый оттенок, необходимо взять алоэ, снять с него кожуру, размять мякоть и использовать ее в качестве компресса. Маскам из мякоти данного растения свойственно уничтожать также патогенные микроорганизмы, улучшать процессы кровообращения, а также предупреждать возникновение прыщей. Накладывать такую мякоть можно как на лицо, так и на шею, а также на область декольте. Сок алоэ можно принимать внутрь по 1 столовой ложке перед каждым приемом пищи. Его использование позволит обогатить организм всеми необходимыми микроэлементами и витаминами. Его употребление перед едой способствует улучшению пищеварения и усвоения пищи. Вот такой секрет красоты лица и глаз. Нажимайте на кнопку, подписывайтесь на канал, ставьте лайк.